На конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Серёхина Юлия, мне 14 лет, и я из города Тюмени. Сегодня я хочу вам прочитать произведение Сергея Есенина «Я спросил сегодня у меняла». Я спросил сегодня у меняла, что даю за полтумана по рублю? Как сказать мне для прекрасной лавы по-персидски нежное люблю? Я спросил сегодня у меня, легче ветра, тише варских струй. Как назвать мне для прекрасной лавы слово ласковое поцелуй? И еще спросил я у меня, сердце робость глубже притая. Как сказать мне для прекрасной лавы, как сказать ей, что она моя? И ответил мне меняла кратко, о любви в словах не говоря. Любви вздыхают лишь украдкой, да глаза как яхонты горят. Поцелуй названия не имеет, поцелуй не надпись на гробах. Красной розой поцелуй веет, лепестками тая на губах. От любви не требует поруки, с ней знает радость и беду. Ты моя!